на разработку проектно-сметной документации лыжно-биатлонного комплекса спортивной школы имени Мельниковой, на реконструкцию парка Троицкий, на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания под детский сад по адресу микрорайон 5, строение 46, на капитальный ремонт здания школы номер 12, на оснащение керамической мастерской оборудованием Ачинской детской художественной школы имени Знака, на создание образовательного кампуса естественно-технологической направленности школы номер 3, на комплексную спортивную площадку школы номер 3, на разработку проектно-сметной документации нового сквера, расположенного в юго-восточном районе вдоль улицы Стасовой, программа «Двор от Русала» на благоустройство 3 дворовых территорий, на устройство 2 спортивных площадок на муниципальной территории города Ачинска. Итак, уважаемые друзья, внимание, подписывается соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Ачинским глиноземным комбинатом компании «Русал» и муниципальным образованием «Город Ачинск» Красноярского края на 2022 год. Ваши аплодисменты, мы находимся поистине на историческом для нашего города событии. Все проекты, которые мы реализовываем, вы видите. Город должен быть комфортно, безопасно, чтобы люди чувствовали себя очень комфортно в этом городе. И мы вот так поступательно идем по всем направлениям. Не бросаем ни одно направление, мы его сделали, переходим к следующему. Поэтому всем хорошей работы. Я лично и вся наша команда администрации города очень благодарны компании за внесенный вклад и за то, что это одно из предприятий нашего любимого города, которое не стоит в стороне и постоянно участвует в жизни города, заботится о нем и развивает нашу социальную сферу. В этой школе я работаю более 20 лет, и впервые такое событие случилось, что такую огромную сумму наш партнер предложил для обеспечения комфортности, безопасности нашей образовательной организации. В новом учебном году мы планируем фасад школы, капитальный ремонт 2 корпусов. Первый корпус построен в 1936 году, второй корпус в 1963 году. Школе в этом году 85 лет.